и обещали. Мы входим в новый сезон с новым звуком. Тоже быстро пробежимся на Подане, Игнатьи, Лагунот. Нет, Лагунот еще нет. А Дане в прошлом году удалось посмотреть второй дивизион, нет? Кто-то хоть одну игру о Дане в прошлом году смотрел. И, наверное, да, смотрел. Ну вот опять же, Захар здорово использует габариты, пока он подает. Знаешь, ну, надеюсь, что по ходу сезона, по ходу первых туров мы... Наверстаю это, и тут, да, классный пропост, классный открыт, контратака. Я хочу тебя проверять. Игрок. Да, ну это просточено, да, не неплохо. Только без игрок, НБЛ. Да, Пронин, тяжелый бросок из конного. Очень в ответ Русак. Так, почему, Туня? Или нет? Ой-ой-ой, еще есть список. А, ну, конечно, тот ракет уже Туня. Здорово отбивается Пятнадцевый, заставляет давать передачу. Бугаева, с другой стороны, теряет. Практически не было свободных бросков у Адани. Оборона классная у Прометея сегодня. Отличная командная работа. Кстати, в этом году... Ну так, седьмой номер Пактуса, четвертый и... Вообще, впереди с мячом, это... И так что у нас происходит? У нас хорошая скидка от Севастова и... Полчатый на подборе. Классно, я прочитал Батфи. Это Москва. Предсезон тоже, наверное, еще будет тоже немного профессиональные бригады арбитров, которые спокойно могут с теми же китайскими командами или с представителями, ну, другими. Ничего себе, дойду, сам. Но, к сожалению, это уже от нас не зависит, делаем то, что можем. Вот, надеюсь. Ну, а атаки... Виталюра, наоборот, нужно разогреться, почувствовать тот самый огонь. Да, мы видим, что 5, да. Отличная защита 1 в 1. Сначала здорово давал Пактусов, потом Михайлов. Не здесь и не сейчас, говорит Мороз. И это хайлайт. Он уже это хайлайт. Вот кто-то с первого номера. Виталюра. Небо закрыто. А еще и 5, тоже 5 еще. Ну вот именно так это. Портимой еще 3 очка. Преимущество, мы видим, что уже плюс 14 и... на 3 минуты. И еще сейчас атака со Куба, да, 3.55. 3 секунды остается у Виталюра, надо бросать. Мороз выбивает! Пачка, пачка.